Здравствуйте, уважаемые зрители. Здравствуйте, Владыка. Здравствуйте. 25 апреля церковь празднует вход Господень в Иерусалим или вербное воскресенье. Почему для православных христиан это знаковый день? Ну, во-первых, это окончание Великого Поста. Мы с вами уже говорили, что пост состоит из, вот, собственно говоря, Святой Четыридесятницы и Страстной Седмицы, которая начинается с вечера этого воскресного дня. Но и событие, которое мы отмечаем, вход Господень в Иерусалим, оно такое очень, как вы сказали, знаковое для, собственно, евангельской истории. Это момент, когда Христос признан населением святого города Иерусалима, признан Мессией, то есть избавителем. Да? Ему встречают, потому что услышали о совершенном им воскрешении Лазаря. Это произвело необыкновенное волнение в городе, потому что воскресить мертвеца, четверодневного мертвеца, это значило показать свою божественную силу. И народ в массе своей, ожидавший Мессию, Избавителя, ожидавший напряженно, истово, вот, поверил в то, что действительно царь Израилев теперь среди них. И поэтому, когда он приходит в Иерусалим, толпа народа встречает его ликующими кликами, постилает под ноги одежды, выходит навстречу ему с пальмовыми ветвями. Это такой символ, которым встречали победителей. Как бы происходит некий триумф в таком античном смысле этого слова, как вход в город царя и победителя. И, конечно, это совершенно особое такое явление в Евангелии, и для каждого христианина это особый день, вход Господень в Иерусалим. Ну и повторюсь, потому что начинается Страстная Седмица, начинается, собственно, вход, который внешне был обставлен как торжественный триумф, оборачивается судом, пытками, позорной казнью и погребением Христа Спасителя, потом его воскресением. Вот, поэтому это такой совершенно особый день церковного календаря. Ну, в наше время мы вместо пальмовых листьев приносим в храм веточки вербы. Ну, скорее дело не в нашем времени, а в нашем климате. Да, вот, скажем, у западных христиан так называется пальмовое воскресенье. Мы говорим вербное воскресенье, они говорят пальмовое. Mm-hmm. Ну, потому что у них пальмы растут, и они их спокойно режут и приносят тоже в свои храмы и встречают в этот день тоже этот праздник с пальмовыми ветвями, как и деревни жителей Иерусалима. Ну, у нас пальмы не растут, поэтому у нас растет растение, которое к этому времени обычно начинает распускаться. Это верба. И вот поэтому люди срезают вербу, и в подражание тем древним жителям Иерусалима мы стоим на наших службах с вербой и тем самым изображая вот тех, кто встречал когда-то Христа Спасителя при его входе в священный город. А в чем значение освящения вот этих вербных веточек? Вы знаете, верба сама по себе, она никакого особого значения не имеет. Мы держим ее в руках в воспоминании того события, как я уже сказал, которое описано в Евангелии. Сама по себе верба не является никакой, не так же, как березка на Троицу, никакой святыни, никакими особыми свойствами она не обладает, хотя вокруг нее масса суеверий, масса народу приходит в церковь, уж на службе не постоять, но вербочку обязательно взять, и вербочку освященную, и потом кто в чай заваривает. То есть много очень таких народных суеверий, от самых невинных до таких, скажем, не очень хороших, да. Вот. Все это не имеет никакого отношения к действительности. Мы во время освящения, так называемую вербу, мы читаем молитву, в которой просим Господа принять нас так же, как вот тех жителей Иерусалима. Мы как бы говорим о том, что мы
вместе с ними встречаем Господа. Мы молимся о том, чтобы Господь нас, не невербу, нас осветил, чтобы Господь нас бы принял. И наше ликование, и наше приветствие осанна Вышних, благословен гряды во имя Господне, от нас бы принял так же, как от древних жителей Иерусалима. Вот, собственно говоря, мы не просто вспоминаемся, как и часто это бывает в других церковных праздниках, мы не просто вспоминаем дела давно минувших дней, которые когда-то происходили, да? Мы становимся соучастниками этого события. Мы там, мы внутри евангельской истории, мы вместе с теми, кто встречает Христа. И так будет всю Страстную Седмицу. Мы вместе в Гефсимании во время молитвы Христа. Мы как бы рядом с той, внутри той толпы, которая сопровождает его на Голгофу, которая видит его распятие, смерть. Вот недаром во многих церковных песнопениях, праздниках, каких-то событий употребляется слово «днесь», то есть «сегодня», «сейчас». Мы не вспоминаем, мы не ставим благочестивых спектаклей на какие-то темы. Мы участвуем вот в тех событиях, которые происходят. Происходят вот вместе с нами на наших глазах. Вот, собственно говоря, смысл вербы. Ну, а все-таки что делать с веточками освященными? Да, некоторые год хранят. Да ничего особенного не делать. Но есть традиция хранить до следующего года, до следующего вербного воскресенья. А потом это можно куда-то, я не знаю. Вот, я знаю, старые так, бабушки такие, они эти вербочки хранили, потом наволочки из них набивали и себе подушечку в гроб готовили, вот, допустим. Ну, опять же, это благочестивая такая традиция, нет ничего плохого, но и чего-то особо духовного тоже нет. Ну, вот есть какие-то народные традиции. Можно просто сжечь уже через год после того, как у тебя новая верба появится. Вот я всегда так делал. У меня, я приношу, наверное, в воскресенье у меня старый пучок вербы стоит, я его в печку, вот, а новое на его место поставил. Да. То есть никаких каких-то специальных таких вот правил, что именно делать с вербами дальше, не существует. Иногда их сажают. Вот есть такой хороший тоже обычай, да? Вот, и тогда принес человек букетик вербы из храма, поставил не просто в стаканчик, где они засохли до будущего года, а в воду. Они пускают корешки, пожалуйста, высадить. У тебя будет через лет 10-15 большой сад полностью заросшей вербой. Вот, можно так поступить, да. А как лучше провести этот день? В храме, конечно. В храме, потому что все совершено. Вообще, вот это, не начиная с этого воскресенья, до Пасхи хорошо бы всю неделю провести в храме, потому что это особое совершенно время церковного года, особые праздники, празднования, особые воспоминания священные. Просто человеческое сердце, ну, как бы раскрывается навстречу тем вот евангельским событиям, о которых мы вспоминаем. Это самое главное. Все остальные вещи, которые люди привыкли делать перед Пасхой – стирка, уборка, глажка, там мытье окон, стирка занавесок, там выбивание ковров и даже приготовление куличей и крашение яиц – все это очень второстепенные вещи. На них надо уделять, ну, самое необходимое только время, и не более того. Ни в коем случае нельзя: «О, Великий Четверг, там какой там храм, какие там службы, тут у меня куличи подходят». Тесто вот-вот перестоится, да? Печь надо срочно. Вот, там, или пятницу там вот яйца красить или еще что-то, да? А в четверг там мыть все, самому мыться, да? Это, конечно, такие традиции, которые, ну, мало очень имеют отношения к церковной жизни, да? Вы уже сказали, что после вербного воскресенья начинается Страстная Седмица. Вот, может, какие-то богослужения особенные, их обязательно надо посетить? Я уже сказал, что чем больше, тем лучше, надо времени провести в церкви. Но, конечно, обязательно надо быть в четверг, Великий Четверг. Все дни этой седмицы называются великими. Великий понедельник, великий вторник, великая среда. Вот Великий Четверг – это день, когда церковь вспоминает Тайную Вечерю и установление, собственно говоря, таинства
причащения. В этот день обязательно надо быть в храме и постараться изо всех сил приложить все усилия для того, чтобы причаститься святых Христовых тайн в день, когда это таинство установлено самим Христом Спасителем. Вот вечером надо обязательно побывать на службе, на которой читается 12 страстных Евангелий. То есть это практически страсти Христовы. Вот. В пятницу принято приходить к выносу плащаницы. Это особая служба, она обычно совершается днем, где-то в районе 2 часов дня. Вот. И вечером в пятницу уже совершается особая тоже торжественная служба погребения Спасителя. Вот. И ну, дальше вот уже, там уже суббота, воскресенье, это пасхальные дни. Спасибо, Владыка. До свидания. Спасибо. До свидания, уважаемые зрители. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Нам часто задают вопросы, касающиеся вообще христианской жизни, организации, так сказать, духовной составляющей. Сегодня такой очень, очень интересный вопрос, который звучит таким образом. Что такое впасть в прелесть и в чем опасность этого? Ну, дело в том, что начнем с самого начала. Если мы возьмем древнеславянский язык, то само слово «прелесть» оно имеет совершенно другое значение, чем оно имеет сейчас. Ну, например, знаменитое славянское слово, например, у нас есть такое слово, выражение, то есть человек там испытывает какую-то мороку. Да? Раньше морокой или мороком называли, так сказать, фантазии, которые возникали в душе человека, причем фантазии такие, имеющие, так сказать, некие мистические моменты. Так и прелесть – это состояние души, которое говорит о том, что человек находится в неком заблуждении по поводу своего духовного и душевного состояния. То есть человек, который находится в прелести, он забывает самый главный момент, который говорит апостол. Помните, как опасно ходите. Он говорит о том, что человек должен постоянно смотреть, следить за собой, бдеть, быть очень аккуратным. И вдруг человек, который впадает в прелесть, начинает мыслить о себе, что он есть не ничто, а что он есть нечто. Он начинает думать о том, что он обладает какими-то духовными дарованиями. Человек начинает впадать в гордость, которая проявляется в том, что начинает унижать своих ближних. И это еще не вся опасность. Мы знаем множество примеров из житий святых о том, как это состояние, если человек из него не избавлялся, могло привести его к очень плачевным последствиям. Например, житие знаменитого преподобного Ицаакия Затворника из Киевского Патерика. Там рассказывается о том, что он таким же образом впал в прелесть. Ему стали являться ангелы, на самом деле это были бесы, которые искушали его, и которые в конечном итоге просто надругались над ним, привели в такое состояние, что рассказывают, что, приходя в трапезную, он не мог самостоятельно держать ложку и питаться. И только по молитвам святых старцев Антония, по молитвам святого старца Антония, по молитвам тех святых, которые в то время были в этой лавре, он получил облегчение от своих недугов. Поэтому состояние прелести – очень опасная вещь. Она может привести человека к очень плачевным результатам. Вот в этом есть как раз опасность прелести. Вот сегодня хотелось бы кратенько очень коснуться такого интересного вопроса, который касается чтения Священного Писания. Вот вы знаете, вот, если вы обращали внимание, когда ты идешь по улице, иногда, сейчас, правда, это явление стало гораздо реже, но раньше, например, тебя осаждали какие-нибудь люди, которые являются адептами каких-нибудь сект, и они с легкостью могли выловить любого человека на улице и прямо кусками цитировать Священное Писание. Вот знаете, конечно, иногда бывает очень больно за христиан, которые являются православными, потому что мы, порой ведя литургическую жизнь, например, уделяя большое время домашней молитве, церковной молитве, забываем за всем этим чтение Священного Писания. Иногда бывают очень печальные такие случаи, как, например, знаменитый архимандрит Киприан Керн в своем сочинении «Пасторская православное пасторское служение», с горечью упоминает об одном сербском священнике, которому задал вопрос, как часто он читает Евангелие, на что этот священник ответил, а зачем, мы же его читаем за богослужением. Так вот, порой бывает так, что мы, православные христиане, забываем читать Священное Писание дома. А это очень многое значит. Вы знаете, насколько правильно поступают те люди, которые Священное Писание в виде маленькой книги носят с собой. Она не занимает очень много места, но Священное Писание действительно должно быть частью нашей жизни. Когда ко мне порой обращаются православные христиане и говорят, что у них был опыт чтения Священного Писания, обычно все начинают с первой книги «Бытия».
И, естественно, читая Ветхий Завет, многие начинают не понимать многих вещей, потому что Ветхий Завет – это завуалированное будущее открытие Нового Завета. Я всегда им рекомендую начать чтение, обязательно с чтения Евангелий. Несколько раз прочитать Евангелие, потом прочитать послания апостольские, деяния апостольские, и только потом приступать к чтению, например, Ветхого Завета. Для меня очень замечательным пастырем является патриарх Сергий Строгородский, который, например, ежедневно читал Священное Писание на нескольких языках, называя это чтение библейским уроком. И я все время своим прихожанам говорю, давайте будем с вами выполнять этот библейский урок и читать Священное Писание, хотя бы понемногу, хотя бы каждый день по одной главе. Лучше всего для начала из Нового Завета. И вы поверьте, что это чтение, оно не только будет нас духовно назидать, не только нас делать в некотором роде духовно подкованными людьми, оно будет нас оберегать от многих грехопадений, оно будет оберегать нас от многих страстей, оно будет внушать некую такую благую мысль о том, что мы должны стремиться к благому преуспеянию. И это только малые плоды чтения Священного Писания. Во имя сошествия Святого Духа на апостолов, который часто называют Чувашская церковь, находится в уникальном живописном месте Ульяновска. Совсем недалеко подземная река Симбирка впадает в реку Свияга, а буквально в нескольких метрах раскинулся пешеходный Свияжский мост. Сама церковь располагается на территории комплекса объектов культурного наследия регионального значения Чувашской учительской школы, основанной видным педагогом-просветителем чувашского народа Иваном Яковлевичем Яковлевым. Мы попали в храм в тот день, когда его впервые посетил новый митрополит Симбирский Новоспасский Иосиф. У входа в церковь владыку встретил настоятель храма иерей Владимир Маняков, священнослужители и прихожане. Колокольный звон возвестил о прибытии архипастыря. После торжественной встречи началось архиерейское богослужение. Разделить радость архиерейской службы с другими прихожанами храма пришла историк Ольга Николаевна Новосад. Поговорим сегодня об истории Чувашской церкви. Но говорить о ее истории и не упоминать имя Ивана Яковлевича Яковлева просто невозможно. Это великий просветитель чувашского народа, создатель чувашской азбуки. Это выдающийся педагог, миссионер, у которого была сложная биография. Но на его пути жизненном встречались люди, имена которых оставили неизгладимый след в его жизни. Атмосфера в Чувашской церкви особенная, отличается от других храмов. Может, потому, что не утеряна связь веков. Здесь каждой своей клеточкой чувствуешь дыхание прошлого. И, услышав церковное пение на чувашском языке, как бы возвращаешься в ту эпоху, когда порог храма переступал великий чувашский просветитель. Еще будучи гимназистом Симбирской классической гимназии, Иван Яковлевич Яковлев задался вопросом о том, как просветить чувашский народ. Дело в том, что на тот момент, в 60-е годы позапрошлого столетия, 19 века, в нашей Симбирской губернии было 305 чувашских селений, где жило 100 тысяч человек чувашей, но у них не было ни одной школы, где бы велось преподавание на чувашском языке. И Иван Яковлевич Яковлев, еще учась в гимназии, начал заниматься репетиторством. И вот деньги, которые он от этого получал, зарабатывая, он пускал в ход для того, чтобы организовать чувашскую школу. В 1870 году Яковлев окончил гимназию с золотой медалью и поступил в Казанский университет. Когда Яковлев учился в Казанском университете, у него произошла встреча, которая, в общем-то, стала такой основополагающей на всю его оставшуюся жизнь. У него был преподаватель, профессор Ильминский. Он дал ему направление в этой жизни. Он
посоветовал ему начать переводить Евангелие на чувашский язык. И это, в общем-то, стало делом его жизни. Яковлев переводил Евангелие долгие годы, до 1911 года. Но главным в то время стало составление с помощью ильминского нового чувашского алфавита, основанного на кириллице. По окончанию Казанского университета Иван Яковлевич получил должность инспектор чувашских школ Казанского учебного округа, куда как раз входила и Симбирская чувашская школа. В 1877 году Яковлев купил вот этот участок земли для того, чтобы здесь как раз и организовать чувашскую школу, которая потом стала учительским институтом, семинарией. И сегодня это вот такой просветительский центр, музейный центр, на территории которого находится и Духосошественский храм. Территория была большая, но храма здесь первоначально не было, а в основу деятельности школы Яковлев заложил именно религиозное воспитание. В 1881 году по заказу Ивана Яковлевича инженер Аполлон Иосиф Игнатьевич Львович Кострица составил проект переустройства одного из зданий этой школьной усадьбы под храм. В 1885 году эта церковь была освящена епископом Парсонофием во имя сошествия Святого Духа на апостолов. После преобразования Чувашской школы в учительскую школу и последовавшего за ним увеличения числа учащихся, церковь стала тесной. К тому же ее стали посещать жители домов, находившихся по соседству со школой. Попечителем этого храма был Николай Яковлевич Шатров, известный меценат, купец симбирский, который предложил расширить этот храм. И позже это здание было перестроено, но уже в конце XIX века, 1897-98 годы, по проекту Михаила Григорьевича Алякринского, но на средства как раз купца Шатрова. После переустройства храм стал двухсветным, то есть двухэтажным. В восточной части здания пристроили одноэтажное, имеющее форму полукруга, помещение для алтаря. В центральной части южного фасада устроен входной кирпичный тамбур. Церковь была освящена 29 ноября 1898 года епископом Никандром. Внутри здания на первом этаже располагались классы женского отделения, а на втором – библиотека. Сохранилась лестница, ведущая на второй этаж. Сейчас по ней можно пройти на хоры. Основная заслуга в постановке церковного пения на чувашском языке принадлежит Андрею Петровичу Петрову, Туринге. Он автор впервые переложенных на ноты чувашских песен. Андрей Петрович из воспитанников Симбирской чувашской школы организовал хор мальчиков. Он обучал детей игре на скрипке, вел учебные предмет по теории музыки, собирал чувашский фольклор. С 1881 года Андрей Петрович стал священником. Характерными чертами домового храма были его строгость и простота, что сохранилось и до сих пор. В дубовом иконостасе, изготовленном самими учащимися школы, размещались 11 икон, выполненных казанским цеховым живописцем Спиридоновым. Мальчики выполняли очень интересные и сложные работы. Например, для музея Гончарова на Венце они выполнили двери. Для лютеранской кирхи они сделали рамы для окон. Они выполняли такие работы по производству. Там сеялок, веялок, бороны выпускали, лопаты, тачки, ульи делали. В 1909 году усадебное место, расположенное по соседству с храмом, было пожертвовано Шатровым школе. На пожертвованной усадьбе на его же средства в 1909-10 годах было построено отдельное каменное здание, состоявшее из двух этажей и подвального, под одной его третью. Это дало возможность разместить в новом здании и ученическую кухню со столовой, учебные классы, спальни и несколько квартир учителей. В коридоре нижнего этажа этого здания совершались общая утренняя и вечерняя молитва. Здесь служил священник Никифоров Василий Никифорович, который преподавал еще здесь историю и географию. У него была совершенно уникальная географическая карта, на которой были указаны не только растительный, животный мир царской России, но еще и конфессии, которые существовали тогда в царской России. И вот эта уникальная карта находится сегодня в школе номер 6 в музее, в школьном. Совершенно такой необычный раритет.
Известно, что 5 февраля 1899 года Василий Никифорович был рукоположен епископом Симбирским и Сызранским в священники и назначен законоучителем женского училища при Симбирской Чувашской школе. Также в Чувашской школе преподавал Дармидонтов Иван Дармидонтович, который тоже был не только учителем закона Божьего, но и священником. Накануне революционных событий 1917 года он стал настоятелем Чувашской церкви. Именно у него были ключи от храма, когда его закрывали. Все домовые церкви в Симбирске закрывались в 1918 году. Но Духосошественский храм был закрыт в 1917. Сюда пришел благочинный домовых симбирских церквей, отец Дмитрий Ахматов. И с отцом Никифоровым они пришли в церковь и увидели ее в страшном состоянии. Как он писал благочинный потом в докладе, в рапорте архиепископу, храм находится в таком печальном и беззащитном состоянии, что, по моему мнению, его необходимо срочно перенести в приходскую церковь целиком. В скором порядке все ценные церковные вещи были перенесены в приходской храм, которым являлась Богоявленская церковь. В 1919 году Чувашская школа была преобразована в учительский институт, но на его базе не были учтены чувашские особенности. Иван Яковлевич Яковлев остался неудел. 25 ноября его освободили от должности. Те времена хорошо отражаются в дневнике Александра Владимировича Жиркевича. Яковлев пришел ко мне, постучавшись в запертые изнутри двери. В церкви он был, видимо, впервые после ее закрытия. Грустно, молча обводил он оставшийся иконостас и киоты глазами. Он был жалок. Стал указывать мне разницу в размерах нижней и верхней частей иконостаса. Потом замолк. Вошли мы с ним в алтарь. Конечно, без шапок. Желая утешить старика, я ему указал на портрет Ильминского, который будет висеть на почетном месте. Но тут же стояли портреты Троцкого, Ленина. Рядом с ними литография, изображавшая главные эпизоды из жизни императора Александра II. На литографии какие-то идиоты вырезали голову царю-мученику, заморали лицо его на других частях картины. Все это, видимо, коробило Яковлева. С 1956 года, почти 30 лет, на месте бывшей Чувашской школы располагалась школа-интернат номер 16. В здании храма находился спортзал. Только в 1985 году все здания Чувашского комплекса были переданы в состав государственного историко-мемориального заповедника «Родина» Владимира Ильича Ленина. 1 ноября 1991 года церковь во имя сошествия Святого Духа на апостолов города Ульяновска освящена епископом Ульяновским и Меликесским Проклом. Как приходская церковь во имя сошествия Святого Духа на апостолов зарегистрирована 10 сентября 1993 года. Сейчас она воссоздана практически в первозданном виде. Долгое время ее настоятелем был игумен Игнатий. Сейчас, как было сказано ранее, настоятелем церкви является иерей Владимир Маньяков. По словам отца Владимира, приход достаточно большой, поскольку в храм съезжаются чуваши со всего города и близлежащих деревень. Также при храме есть своя воскресная школа для детей. Народ не оставляет свой приход, то есть мы занимаемся и для своих нужд издаем литературу на чувашском языке, то есть для того, чтобы чуваши все-таки могли молиться на родном языке. Они счастливый народ, я им всегда говорю, вы счастливый народ, потому что вы молитесь на родном языке, потому что русские приходится молиться на церковно-славянском. В храме находится икона великомученика и целителя Пантелеймона, одна из самых почитаемых святынь не только в России, но и во многих других странах. Чтобы помолиться святому за здравие свое и своих близких, в храм съезжаются с разных концов области. На сегодня у отца Владимира есть мечта воссоздать иконы в иконостасе в том же стиле, в каком они были при Иване Яковлевиче Яковлеве. Ульяновские мастера уже над ними работают. Желаем отцу Владимиру осуществления его задумки и дальнейшего процветания церкви, настоятелем которой он является.